Послушаем коллег, в чем заинтересованы они. То есть точки соприкосновения с Германией у нас достаточно много, и достаточно активно идет внешнеторговая деятельность. Поэтому плюс еще мы заинтересованы в том числе в инвестиционном процессе. Да. Вот представители сегодня, я думаю, они расскажут, чем приехали, что могут предложить. Но наша задача рассказать, что может Нижегородская область предложить иностранным инвесторам. Немецкая сторона из агрокультуры и техники очень заинтересована здесь не только продавать свои продукты, комбайны, прицепы и так далее, но и локализировать производство здесь.